Здравия желаю. Погасите, пожалуйста, фары линии фронта ряд. Ваши документы. Какая у вас машина? Виллис. Месяц назад получил. Проезжайте. Ну что, Василий, махнул дрова на гармонь? Да повезло, что в нашей части такой хитрый только ты. Нехорошо. Шо нехорошо? Да кисет на подсигар менять. Да ладно вам, махнули. Чего вспоминать-то? Ничего. Так подержи тут лучше, махнул он. Я все про тебя Дашке нашей расскажу. Не смотри, что беженка. Хвоста тебя быстро накрутит. Вот, дровишки. А помните, 3 дня назад на высотке танк подбили? Ну тот, что до ночи горел. Так вот тогда оттуда фриц вылез. И бежать. Ну я ему и помог. Убил. Если бы. Попало ему, ребята. Неприлично сказать. В мягкое место. Тут драпать аж пыль столбом. Ушел. Ушел. Лежит сейчас, небось, где-нибудь в медсанчасти и думает. Нахрена я сюда приперся? Пусть подумает. Крепко подумает, гад. Эх, мне бы чуть повыше взять. А у меня, помню, тоже случай был. Еще в школе. Бросали гранаты, болванки. Но кто дальше метнет? Так я вот помню, что не брошу, все в город учителя попадает. Но он первый раз ничего не сказал. Второй раз посмотрел так искос. А на третий вообще в сторону отошел. А я все равно, что не брошу, все в него попадает. Он только успевал отпрыгивать. А вот здесь то же самое. По мишеням? Мимо. А вот по... без промах бью. Дурное дело, видать, не хитрое. А меня научишь? Чему? Без промах убить. Ну... А давай я научу. Да ладно, Вась. Ну а чего? А чему ты меня научишь? По седлам бить? Ну, Паш. Дашка, винтовка-то тебе не тяжелая будет? Ой, тяжелая. А помнишь, как я бревна помогала для блиндажа таскать? Так ничего, не тяжелая. Знаешь, Паш, я посильнее тебя буду. Бревна? Не помню. Из-за Васькиных рассказов вон. Всю память отшибла. Ну, научишь? Ну ладно. Пошли. Остаешься за повара. Ну и куда? Да мы скоро, Вась. Как раз картошки поспеем. Кать, ну ты чего? Ничего. Ну... расскажи, легче станет. Чего рассказывать? Нечего рассказывать. Ну а чё такая грустная тогда?
Рассказать кому? Засмеют. Ну, мне-то можно? Фотокарточка Димки моего у меня была. Я когда перед войной на сельской почте работала, он мне ее подарил. Смотрела на нее, легче как-то становилось. Я ее в нагрудном кармане всегда носила, вот тут. А сегодня смотрю, нету, выронила, наверное. Если не увидимся больше никогда, так я и лица его не вспомню. Сплетничайте, девчата. Ну вот чё ты, Вась, вечно со своими обнимашками. А чего? Ничего, видишь? Да все нормально будет, Катюнь. Ой, отстань, Вася, ну без тебя тошно. Не пойму я этих женщин. Никогда с ними не выходит, что в мирное время, что сейчас. Я вот думал, воевать пойду. Подвиги совершать буду, герои же всем нравятся. Вот только чувствую, убьют меня быстрее, чем полюбят. И истории глупые рассказываю про фрица. Слышала, Оль? Нет, Вась, иди за картошкой, следи, а. Ну вот, увидели капитана и разбежались. Эх, сейчас бы гармонь. Ну что, где наши? Что? Я с
спрашиваю, наши где? Что? Ясно. Где Василий, я спрашиваю? Оля! Где Василий, я спрашиваю? Не знаю. Пашка! А Дашка? Дашка? Нет ее больше. Взрыв. И все. Ребят. Катюш! Сюда. Так, ладно. Я пойду вернусь назад. Посмотрю, что к чему. Может, уцелел кто. Живот. Васька, давай. Давай на землю. Капитан, то, что сегодня приехал, а это что? Не могу знать. Чемодан какой-то. Цепился, не отпускал. Может, важное что? Думается так. Взяли капитана и тащим его. Тащим до тех пор, пока ноги не отвалятся. Ясно. Ждать недолго. Чего? Пока ноги отвалятся. Ладно тебе. Вон до того леса 1,5 км. Там до утра и переждем. Берем. О чем задумался-то? О чем? Да думаю, когда это все закончится уже. Сил моих больше нет смотреть на все это. А, да не, я про то, что с капитаном. Да понял, понял. Думаю, что дальше делать. Дальше? Ну, передохнем, да в путь. В путь? Девчат, не теряйте нас. Мы пойдем, проведаем. Чего ведаем-то? До того, что с капитаном делать будем. Не донесем, походу. Точь-в-точь, как у Володьки, ранение. Ну и? Что ну и? Да до наших 10 км. И это если напрямки через лес идти. А по дороге нам сейчас нельзя. Неизвестно, чья она теперь. Значит, через лес пойдет. Это 10-то километров, да с капитаном. А что, ты здесь его бросишь? Вот ты пойди это девчатам скажи, я посмотрю на тебя потом. Да не донесем мы его, помрет он по дороге и... Ты чего? Чувствуешь, картошкой пахнет? Ага. Наши. Точно наши. Ну, зенитчики, наверное. Оттуда ветер. Пошли. Оль. Я пойду к ребятам. Гляну, а? Отдыхала бы. Я пойду, спи. Будет, как доберемся, врача сразу же, капитана. Поедим сейчас картошечки.
Дурное дело, нехитрое. Девчата там. Девчата. Холодно. Что? Товарищ капитан. Товарищ капитан. Документы. Здесь они. Здесь. Вы держитесь. Еще немножко и дойдем. Уйдет он. Попади. Попади, Кать. Нельзя к своим. Надо, чтобы их... Тише, тише, товарищ капитан. Здесь они, здесь. Держитесь, еще немножко. Документы должны попасть к немцам. Быстрее. К немцам. Нельзя к нашим. Никак нельзя. Васенька, родненький, держись, я сейчас посмотрю. Не надо, Катя. Тише, чего кричишь? Всех птиц распугаешь. Ты чего? Не надо. Уходить вам надо. Уходить. Оставь меня. Еще чего? И не подумаю! Да где же? Иди, я их тут займу немного. Все, теперь повоевать не страшно. Ну, чего расселась? Пошла! Пошла, родимая! Дурное дело, нехитрое. А, Паш, нехитрое. Сейчас бы гармонь. Кать, что там? Ребята где? Что с капитаном? Умер он. А где? Оля, уходить нам надо. Быстро. А где ребята? Они идут? Немцы. Уходим, Оль. Уходим.
Оставь его! Что? Оставь саквояж здесь! Как оставь? Там же... Капитан сказал, что он должен срочно попасть к немцам. Так что оставь! Все. Не могу больше. Нам до ночи за реку бы перейти. А там до своих рукой подать. Долго еще идти-то? Я не знаю. Капитан говорил что-то о срочности, важности этих документов. Говорил, что они как можно скорее должны попасть. Пошли. Чего раскисло? Давай, я прошу тебя, Оля! Смотри, какое небо. Какое? Мирное. Большое. И оно смотрит на нас сверху. Понимаешь? Без злорадства. Без сочувствия. Просто смотрит и все. И там... Там никто не воюет. Там так тихо. И так хорошо. Ты чего, Кать? Не понимаю я тебя. Не знаю. Пашка и Васька сейчас там. И Дашка. Не могу я от этих мыслей. Нехорошо мне. Надо идти. Идти? Документы к немцам. Я пойду. Куда пойду? К немцам. Каким немцам? Ты чего? Ну, сама посуди. Пока мы к своим, пока разберутся, что к чему. Время, Оля. Время будет упущено. Капитан же сказал, срочно. Чего? Ты с дуба рухнула? Куда ты пойдешь? Каким немцам? Я пойду. Нарвусь на немцев специально. Они заберут у меня. В чемодане-то видно... Замануха какая для немчуры. А я почтальоном на почте работала. До войны. Вот и доставлю посылочку. Сюрприз гадам. Ты сбриндила совсем? Колосова, отставить эти бредовые мысли. Подумай о Димке, о своем. Да не по фотокарточке я тогда ревела. Сослуживец Димкин письмо написал. Нет Димы больше моего. Нет, понимаешь? Катька. Оль, ты знаешь, я лучше ориентируюсь. И шансы выше у меня. Кать, ты... Ты не смеешь. Ты понимаешь вообще, что? Я с тобой пойду. Не отпущу, с тобой пойду. Но... Отпустишь. Ты же знаешь. За Димку моего. За Васю, за Пашу.
за Дашу. За всех. Кать, ну, ты же понимаешь, что ты мне как сестра. Ты мне тоже, Оль. Не отпущу никуда. Товарищ лейтенант, наблюдатели сообщают по нейтральной полосе. В нашу сторону кто-то идет. Пошли. Ну что там? Вижу цель. Идет к нам на 12 часов. Похоже, баба. Дай-ка посмотрю. Точно, баба. Как они ее еще не заметили? Сейчас заметят.
Товарищ первый, докладываю. По данным разведки, моторизированные части противника выдвинулись в квадрат 12-26. Посылка доставлена. Первая стадия операции завершена успешно. Слушаюсь. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле.